Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Ну а я же для любителей криптовалюты хочу поделиться таким автокраном по сбору Интериума. Вот. Он делает, вот запускаете и на 30 минут. 30 минут проходит, запускать нужно по новой. И за 30 минут он делает 5 клеймов по 7 Интериум. Ну, немного, конечно, ребят. Ну, знаете, копеечка копеечки все-таки. Вот. И будет кучка. Значит, как его запускать? Сюда вводим Интериум адрес, который привязан к Faucet Hub. Потому что вывод автоматически пойдет на Faucet Hub. Ничего нажимать не надо. Просто нажимаем, вот ввели адрес, старт. Нас перебрасывает на страничку. Сейчас мы разгадаем капчу. Вот. Так, сейчас. Вот нас перебросило на страничку. Далее, смотрите, вот здесь. Where you earn. Вот на это, вот сюда нажимаем. Вот надпись. Нажали. Нас перебросит сейчас на страничку, где мы разгадаем капчу. И этот автокран запустится. Так, разгадываем капчу. D, E, A, D, R, I, N, G, E, R. Нажимаем на синюю вкладочку. Ждем 6 секунд. Get link. И все, мы экран запустили. Сейчас страничка обновится. Так, еще не все. Я вчера на нем нормально посидела. Так, еще вводим капчу. Здесь я выберу свою капчу, потому что так. Solve Media, вот эту я выберу. Можно капчу как бы выбирать, потому что для меня лучше вот это, чем там клюкать. T E M E W. И старт автоклейм. Все. Мы запустили автокран. Вот пошло отсчет времени. 28 минут и секунды. Так? И нам 5 клеймов. Вот эти 30 минут по 7 Интериум. Так, я перейду. Уже я не буду, конечно, ждать, потому что я уже с него выводил. Ну, как бы у меня выводились. Вот у меня, смотрите. Экспресс Auto Intereum. Вот по 7 сатошиков будет прибавляться. 1, 2, 3, 4. А вот 5. Вот. У меня 5 клеймов. Ну, не ахти как много, но все-таки, да? Наше присутствие. И на кране как бы можно не находиться на нем. Я на нем не нахожусь, как бы я занимаюсь своими делами. У меня еще как бы помимо этого есть краники, где я сижу. А сюда захожу так через 30 минут. И вот здесь вот наша партнерская ссылочка. Ну и в принципе все. Вот. И 30, после, как пройдет 30 минут, опять запускаете краник и опять будет капать. Ну вот кому интересно, смотрите сами. Наше присутствие не надо и не обязательно как бы здесь находиться.
Только, ну, не закрывать, конечно, можно ходить по разным вкладкам, а чтобы это было естественно открытое. Но здесь я не нажимала, здесь, наверное, группа на Faucet Hub есть. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.